Приехали в такое красивое место. Не знаю даже, как называется. Вышли посмотреть, есть ли мост через речку. Это река Котросль. Какая-то птица кричит. Такой бор с той стороны красивый. Здесь даже сделаны ступеньки. Купаются, что ли. Ужас. Такое течение здесь большое. Какая красота. Дороги расходятся направо и налево. Куда идти? К мосту. В общем, мы уехали за дубки. Где-то пионерский лагерь имени Горького. В общем, здесь должен быть мост. Попробуем его найти. Даже красивое место. Сосны молоденькие. Красота. Смотрите. Вот бы здесь дачку. С одной стороны сосновый бор будет. Они уже выше нас ростом. А там речка. Красота. Нашли еще тропочку с ступеньки. Сейчас спустимся к водичке. Я спустилась. Смотрите, как здесь сделано все. Купаются, видимо. Коса крутая. Ну, тут рыбалка, наверное, классная. Мы почти дошли до железнодорожного моста. Поезд едет. Какая красота! Как изгибается здесь река. По этому мосту можно идти пешком. Он как и для поездов, так и для пешеходов. Я представляю, если идешь пешком и поезд, как это страшно. Дочь моя. Дорога переходит там, где, значит, есть населенный пункт. Да, наверное, там вон рыбаки как-то они прошли. Поезд идет. Кто любит поезда? Как люблю я их и я. Так и захотелось куда-то поехать, например, в Крым, по Крымскому мосту. Ой, какая красота. Девчонки, я очень хочу поехать куда-нибудь. Нам сигналят. Нам сигналят. Перешли на другую сторону. И еще раз идет поезд. Так часто они здесь ходят. Так все трясется. Делаю белковый салатик. Он подойдет как для ужина, так и для обеда. Здесь я порезала мелко пекинскую капусту и отварное мясо. У меня свинина, но она постная, не жирная. Сейчас я добавлю сюда отварное яйцо. Добавляю в салат отварное яйцо. У меня 3 штучки. Добавляю 2 огурчика свежих. Я режу мелко на кружочки, потом полосочками. 2 листа пекинской капусты, кусочек отварного мяса, какой любите, у меня свинина, 3 вареных яйца и 2 свежих огурца.
Добавляю зелень. У меня укроп свежий. Я его мелко порубила. Вот и все. Наш белковый салат готов. Вот такой у меня йогурт. На 2 столовые ложки йогурта я добавляю 1 чайную ложку горчицы. Все перемешиваю и заправляю салатик. А также солим и перчим по вкусу. Но это я сделаю перед подачей. Сейчас пока я поставлю салат в холодильник. Попробуйте, приготовьте такой салатик. Этот салат не повредит фигуре, он белковый. Его можно есть даже на ужин. Для тех, кто хочет похудеть и постройнеть. Всем приятного аппетита. Готовьте со мной. Сегодня мы так находились. Такая жара, что решили выпить по бокальчику ледяного шампанского. Ко мне в гости дочка пришла. У меня какое-то розовое, а у нее безалкогольное. Потому что за рулем. Да. Вечно видите. Миска я пожарила, как в ресторане, видите. Большие тарелки и мало еды. Что нам приятного аппетита.